Всем привет! И с вами Бакутос Провоз и мой новый видос. И сегодня, как вы видите, 11 апреля 2018 года. И выпал снег. Вчера было тепло, но под вечер уже было очень сильно ветрено, меня чуть не сдуло. Там сильный очень ветер был, он был сначала юго-восточный, потом северо-восточный, и прям очень холодно. И утром мы встали, было снега вот как вон там. Но у нас его как бы вот так. Но вот этот снег, он был везде, абсолютно везде. Я снимаю у себя дома, из окна. Вот, можете увидеть из окна. Сегодня очень пасмурно, так просто ужасно. И очень холодно, сейчас где-то 6 градусов плюс после 18, это очень мало. Но ночью очень было холодно сегодня. Особенно я спала под тонким одеялом, потому что мы его уже достали. Там вы можете слышать музыку, это мой папа включает. Кстати, с Пасхой всех. Как бы сегодня праздничная еще неделя пасхальная. Вот это у меня яичко. Я его подарю своей подружке. Вот у меня еще такая есть штучка. Вот. А вот такое яичко сделала. Может, вы видели? У Кристинки. Может, она выкладывала на свой канал. Я ей сделала сюрприз. О нем я поговорю, может, в следующем или после следующем видео. Вот я еще сделала такое, это из пластилина, и я покрыла лаком для ногтей. Мне не жалко лака ради такой красоты. Вот этот горшочек я подарила папе на 40. Не помню, ну короче, сколько-то я подарила. Мы недавно встречали благодатный огонь, это было, ну как, недавно, давно. И вот у меня вот здесь он был, у нас их было две, одна красненькая, другая вот такая зелененькая. Красненькая была на бабушке с дедушкой, что они рядом жили, но они не поехали, потому что у них, ну, у их друга был юбилей в это время, когда привозили благодатный огонь. Вы можете видеть, как она сильно закоптилась, вот просто это очень воняло, потому что мы в машине ехали. Это было ужасно. Вот смотрите, что это у нас. Так. Это вот у нас остатки от Пасхи. Вот, это у нас такой Христос воскресимый. Я ее не очень хочу есть. Я уже сфоткала, очень много фоток сделала. А, вот такой киндер. Вот это попалось мне и моей сестре. Вот это моей сестре, вот это вот мне. А, моей сестре, она уже очень взрослая. Она уже заканчивает 4-й курс института. Вот там такая соломка есть. Ну, там очень взрослая, но она все-таки еще ребенок прям вообще. Вот у нас что-то осталось. Мы храним вот так, чтобы она ложка. Вот. Просвирочки у нас есть. Вот. Этот кулич. Пасху. У нас была Пасха, ее бабушка сделала. Мы ее всю съели, прям вообще всю абсолютно. За 2 дня, что ли, даже меньше. За 1 день. А, вот такая погодка в этом году, после Христос воскресе. Да. Вот эта стрекозка. Я Таня подарила маме. Я помню даже, как в Соньке игралась. Может быть, я где-то найду видео, там, где она играет с игрушками, которые я просто покупаю из Фикс Прайса. Кстати, это из Фикс Прайс, и сейчас, может быть, сейчас получится сюда снять. Вот, видите, там, кусочек там. Ну, вот, сейчас видно. У нас их много очень. У нас их здесь штуки 4, если не 5. Ну и всем пока. С вами была Бакутос Провоз, и это прогноз погоды. Наверное, на всю весну. Ну и всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вам не трудно, мне приятно. Всем пока.